Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о часах, елки зеленые. Решил я купить новые часы электронные, чтобы с циферками были электронными. Вот. А так как у меня механические стоят, то они меня немножко напрягают. И, ну, в принципе, расскажу немножко предысторию. Вот. Жили как-то мы с бабушкой. Пошла ты нахуй! Бабушка старенькая, 80 с лишним лет, и у нее много часов. Очень много часов. И они все тикают. А так как я немножко нервный, ну совсем чуть-чуть, как-то так, вот, то часы меня эти жутко напрягали, все они были механические и постоянно цокали ток-ток-ток-ток-ток-ток. У нее в спальне было, блин, штук трое часов, потом штук двое в зале и еще сколько-то там было на кухне. Короче, это был какой-то пипец. Я не знаю, вы, может, пишите. Это только у меня одного такое, или это уже старческая манечка такая у людей? Много часов заводить. Зачем они им вообще, я как-то без понятия. Они прям напоминают мне этих часовщика из «Матрицы». Вот. А вообще еще может быть потому, что бабушка была немножко глуховата. Вот. И поэтому она просто не слышала их. Блин, ну реально ночью спишь, это просто днем еще так себе терпимо, но ночью это просто какой-то пипец. Такое ощущение, вот эти часы лежат вот здесь, вокруг головы, они так тикают ужасно, по мозгам бьют просто до неимоверности. И сейчас бабушка съехала, и о боги, просто какие блаженство какое-то. Она все эти часы забрала с собой, теперь страдает тесть с тещей, да. Не, ну вообще... Здесь тещи хорошие, вот, ну, хорошо, что теперь не у меня дома тикают эти часы, а у них, так что я вот решил, и вот, жена тоже, блин, ей постоянно нужны часы для того, чтобы за временем следить, и зачем, что, деловая морковка, что ли, я не понял, вот, ну, ладно, так уж и быть, механически мы сейчас заменим на электронные, и, наконец-то, дома ничего не будет тикать, будет полная тишина, ну, почти полная тишина, вот, и можно будет нормально, спокойно спать. Так что такое вот сегодня видео было. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, комментируем видео. Обязательно пишем, у кого бабули тоже с часами или дедули. И зачем им это вообще надо, я не знаю. Так что, может, у вас есть ответ на этот вопрос. Всем спасибо, пока.